Сообщение от Алекса пришло. Надо прочесть. Ребята, сегодня у нас очень важная тема – свойства квадратных корней. О, Алекс пишет, что хочет встретиться со мной сегодня в 6. Конечно же, я тоже хочу. Но как бы так ему ответить, чтобы он не подумал, что я весь день жду этого сообщения? О, придумала. Хорошо, я приду. Все равно я не занята. Ой, а что, уже и урок закончился? Николь, ты так быстро уже тетрадь в сумку сложила, а я ее сегодня даже не доставала. А что же ты делала весь урок? А я с Алексом переписывалась, но ведь у нас сегодня была очень важная тема. Для меня переписка с Алексом куда важнее. А покажи мне. Нет, это касается только нас двоих, но я же твоя лучшая подруга. Ладно, Алекс сегодня назначил мне встречу. Ах, вот оно что. Ты только домашнее задание сделать не забудь. Ну, конечно, не забуду. Приду домой и сразу сделаю. Эта тема такая сложная. Да нет здесь ничего сложного. Хочешь, я тебе все объясню. Как я могу делать домашнюю работу, если совсем не понимаю эту тему? Эх, придется читать параграф. Скорее бы 6 часов. Так хочется Алекса увидеть. Сообщение пришло, наверное, от Алекса. Он пишет, что уже освободился и может встретиться со мной прямо сейчас. Уже бегу. Привет, Алекс. Привет, Николь. А я решил быстро сделать все уроки, чтобы поскорее тебя увидеть. Да? А я вот тоже уже все сделала. Здорово! А давай тогда сегодня подольше погуляем. Конечно, я никуда не тороплюсь. Ну где же Настя? Кроме нее мне никто не даст писать домашнее задание. Ой, Настя, ну наконец-то! Ты почему так поздно? А что, уже звонок был? Нет, но мне нужно успеть списать у тебя домашнюю работу. А почему ты сама не сделала? Я хотела, но мне было все непонятно, а потом ушла гулять и не успела. Значит, пока ты гуляла, я уроки делала, а теперь ты хочешь списать? Ну нет, я тебе не дам. Ну, Настя, ну пожалуйста. Нет, даже и не проси. Хм. А еще подружка называется. Я вот тебе всегда все даю и все рассказываю. Эх, ладно. Только в следующий раз я у тебя списываю. Ой, звонок. Итак, ребята, давайте закрепим тему прошлого урока «Свойства квадратных корней». Кто у нас пойдет к доске? Только бы меня не вызвали. А можно я? Можно я пойду? Так, к доске пойдет Николь. Но ведь Юля же хотела к доске. Юля отвечала на прошлом уроке. Выходи, не задерживай класс. Елена Ивановна, можно я не пойду к доске? Я не понимаю эту тему. Значит, ты и домашнее задание не сделала? Сделала? Вот, посмотрите сами. И как же ты сделала, если ты не понимаешь эту тему? Ну, я... И у кого же ты списала? Ну, я списала ни у кого. Настя, не ты ли дала Николь списать домашнюю работу? Но ведь Николь моя лучшая подруга, я не могла не дать ей списать. А почему же ты ей не объяснила, как нужно делать? Потому что Николь не просила меня об этом. Николь, а почему ты не попросила подругу помочь тебе разобраться в теме? Потому что у меня были другие дела. Значит, разобраться в теме в твои планы не входило. Ну что ж, вы обе остаетесь сегодня после уроков. Что, и я тоже? Да, будешь объяснять подруге свойства квадратных корней. А я потом все проверю. Настя, извини, я не думала, что так получится. Но я за это дам списать тебе в следующий раз. Ну уж нет. Теперь пусть каждый сам делает свои уроки. Ты права, я тоже больше никогда не буду списывать.
Ребята, ставьте лайк, если вы тоже учитесь в школе. А еще поделитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал «Веселые игрушки».